Прозрачность и доступность. На заседании Комитета по социальной политике в законодательном собрании парламентарии заслушали отчеты министров о проделанной работе за 2020 год. Первой выступила Евгения Сидорова, министр искусства и культурной политики Ульяновской области. С ее слов, несмотря на все сложности, министерство выполнило установленный план. Удалось сохранить средний уровень заработной платы, переформатировать работу и перейти в онлайн-режим. При этом Евгения Евгеньевна отмечает, в начале весны просмотры трансляций концертов едва достигали планки в 100 тысяч. А вот уже к концу года показатели выросли в 5 раз. Министр похвасталась и 100% реализацией нацпроекта «Культура». Безусловно, мы реализовали в полном объеме национальный проект «Культура без срывов». И важно отметить, что вообще все ремонтно-реставрационные работы, закупка оборудования, несмотря на сложные условия, были нами исполнены в полном объеме. Мы не сорвали ни одно обязательство и ни один контракт. Однако, несмотря на структуру и тезисы, отчет министра затянулся. Вместо положенных регламентом 25 минут в сфере культуры уделили 2 часа. Большую часть времени заняли вопросы и выступления парламентариев. Например, руководитель фракции КПРФ решил сконцентрировать внимание на том, что работа министерства ведется недостаточно прозрачно. Организация мероприятий и вовсе хромает. С его слов, вина за это лежит в первую очередь на плечах противоположной фракции. «Единая Россия приезжает в палатки, шашлыки, как бы не выразиться-то, не хар, покушали, не покушали, выходят и говорят, мы тут все организовали совместно с губернатором. Спрашиваю организатора, покажите мне, где копейка хотя бы. Вот опять улыбается, где копейка? Я говорю, ну нет, это вот все так вот организовали, они нам административно помогли. Чем?» Затронули и тему национальных праздников. На этот счет высказался депутат Матвей Володарский. По его мнению, в регионе каждой нации уделяет неравное количество внимания. Коммунизм и нацизм – это вообще просто. Да? Вот, когда, понимаете, от коммуниста, который говорит, что я коммунист, как бы, да, слышишь вопрос, что оказывается для грузин Россия не родина, да? Для диаспоры какие-то, да, там деньги выделяются, там вообще грузинской диаспоры в Ульяновске нет, потому что грузин, самой Грузии не хватает, не то что ульяновцев. Поэтому у нас деньги выделяются на эти цели, как бы, да, там никому ничего не надо. Вопрос о доступности детского дополнительного образования в сфере культуры был поставлен ребром. На сегодняшний день в детских школах искусств заняты около 16 тысяч детей. Однако в большинстве случаев такое образование стоит немалых денег. Лидер фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев отметил, что порой родители просто вынуждены забрать своего ребенка, например, с танцевального кружка, из-за нехватки денег на пошив сценических костюмов. Также Василий Анатольевич предложил оптимизировать работу домов культуры, расширить количество потребителей. С его слов, на мероприятия ходят одни и те же лица, а культура априори должна быть рассчитана на широкий круг людей. Предложение поддержали коллеги. В свою очередь, Александр Чепухин, председатель Комитета по бюджету и экономической политике, отмечает, что за 2020 год с привлечением федеральных и региональных средств были отремонтированы учреждения культуры. Без внимания не остались и села региона. В Меликесском районе, Никольском на Черемшане построен новый дом культуры. И сейчас проводится строительство в селе Дмитриево Помряскино Старомайского района, тоже нового дома культуры по тому же типовому проекту, который были ранее построены. И здесь мы, конечно, тоже экономим большие денежные средства, не заказывая новый проект, а используя те типовые, которые уже были отработаны. Вопросы депутатов касались наполнения библиотек книгами, наличия интернета, ремонта помещений, а также заработных плат. Однако в целом большинством голосов деятельности министерства была дана положительная оценка. Отчет был принят к сведению. Александра Никитина, Владимир Куликов, Улправда ТВ.